Доброе утро. 14 часов 30 минут в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. Очень тепло. Солнце, правда, выглянуло не с самого утра, но тепло. Плюс 20 градусов. Это даже не весна, почти лето. Я на пляже Дельфин. Здесь смотрю, как под парусом ходят. Небольшой ветерок, но очень теплый. Конечно, мы еще в курточках, с трудом же переоденешься в летние. Хотя конец февраля и март — это время такое непредсказуемое. Поэтому еще разная погода может быть. На 8 марта частенько бывает и снег. Море 10 градусов. Скоро начнет прогреваться. Небольшая волна на море, ну потому что ветер. А в целом очень хорошо. Небо голубое-голубое. Хорошего дня и отличного настроения.